Всем привет! Сегодня мы с вами посетим одно очень интересное место – Абергвасне, которое находится в Великобритании, а точнее в Уэльсе. История этого места берет начало 16 века. Имея такой немалый возраст, это место повидало много событий, как хороших, так и плохих, сменило много хозяев и эпох. Всю его историю можно прочитать на официальном сайте, а мы затронем лишь последние события из его жизни. В начале 90-х годов прошлого века Абергвасне выглядел именно так. Необитаемый, забытый и подверженный вандализму, Абергвасне был на грани краха, однако был спасен от забвения в 1995 году. Дом и сады были куплены специально организованным трастом, а деньги пожертвовал американец Фрэнк Каббот. Благодаря щедрости частных лиц, разным фондам, благотворительным пожертвованиям и грантам, огромное количество работы было сделано в очень короткое время. И Абергвасне наконец был открыт для публики 4 июля 1999 года. Однако реставрационные работы продолжались и закончились весной 2013 года восстановлением первого этажа особняка. Абергвасне стал очень известным после того, как BBC сняли эту серию фильмов «Сад, затерянный во времени», в котором они показали весь процесс реставрации. На сегодняшний день Абергвасне – это один из лучших садов Уэльса. Абергвасне предлагает возможность исследовать более 10 акров великолепных садов, которые наряду с полностью восстановленным первым этажом особняка представляют собой потрясающее место для проведения свадеб, выставок и событий, не говоря о том уже, как круто тут просто погулять. И между прочим, на территории садов находится 5-звездочный отель. Ого, настоящая котик. А это нимфариум, субтропический сад, который находится внутри дома. Асеси. Давай. Окей. Thank you.
Итак, в первой части нашего видео мы посетили особняк с оранжереей, потом прогулялись по центральной части Абергвасни и спустились к озеру. Вот. И потом еще зашли в маленький сад и вернулись опять в центральную часть. Оставайтесь с нами, смотрите продолжение. Всем пока-пока!